Приветствую подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня монтируем теплицу Метлайдер 3М. Небольшой, 3 на 3. Теплицу должен был клиент собрать сам, но не смог. Вызвал монтажников. Сейчас будем собирать. Вот такой вот фундамент. Из досок два слоя. Закончили монтаж теплицы Метлайдер 3М, ширина 3 метра, в длину тоже 3 метра. Маленькая надежная конструкция 3 на 3. Свалена теплица с профильной трубы 20 на 40. 20 на 20, труба оцинкованная, полимерно-порошковый окрас, цвет шоколад. Полная защита от коррозии, поликарбонат 4 мм, актуальбио. 0,7 плотности, 10 лет от своих он отстоит. Теплица Метлайдер, верхнее проветривание, 2 форточки, 2 метра и метр. Фундамент клиент сделал сам. Непонятно из чего, из каких-то досок. Ну, вроде поставили теплицу надежно. Все простенько так-то. Заказывайте металлоконструкции. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх. Оставляйте комментарии. Ответим на все. Все, всем пока.